Приветствую всех, кто зашел ко мне на канал. Я вновь приглашаю вас на прогулку. Сегодня мы прогуляемся по одному из колоритных и старейших районов Рима, по району Трастевери. Если дословно перевести, то Трастевери означает «через Тибр». Этот район находится на другой стороне Тибра. Если вы были в Риме и не гуляли по району Трастевери, значит, вы не видели настоящий Рим. По этому району лучше гулять без карт и навигатора, спокойно прогуливаясь по узким улочкам. Район наполнен разными тротериями и ресторанчиками с недорогой едой и отличным качеством, да такими замечательными, что даже местные жители приезжают сюда ужинать. Это самый лучший показатель. Я советую вам запланировать прогулку по этому району во второй половине дня. Тогда вы увидите и район, и уличных артистов, и, конечно же, поужинаете здесь. Ближе к вечеру приходит время клубов и ночных заведений. На площади и улице выходят артисты разных жанров. Здесь каждый день царит атмосфера праздника. В районе Трастевери вы не найдете главных достопримечательностей Рима. Здесь все без прикрас и излишеств. Очарование этого района в узких улочках, увитых плющом домах, уютных ресторанчиках. Вы отдохнете здесь вдали от туристических толп и по-настоящему расслабитесь, замедлив свой бег. Присев в бар выпить кофе, можно понаблюдать, как неспешно проводят время итальянские пенсионеры. Понаблюдать красивые картины из жизни обычных небогатых местных жителей, одновременно наслаждаясь запахом местных пиццерий, а потом зайти в ремесленные мастерские и купить себе что-нибудь в подарок. Мастера с удовольствием поделятся с вами секретами своего производства и угостят вас чем-нибудь вкусным. Люди здесь по-настоящему гостеприимные, простые, и общаться с ними одно удовольствие. Присмотритесь к деталям этого района, и вы откроете для себя настоящую Италию. Добраться до района Трастевери можно на трамвае 8 или метро линия B, остановка Чирко Массимо, а потом пешком. Но я советую дойти до этого района пешком, не пользуясь общественным транспортом. Ведь от главных площадей Рима, таких как площадь Венеция и площадь Навона, идти пешком до этого района около 30 минут. Но зато вы сможете посмотреть Рим, пройти по еврейскому кварталу, прогуляться по острову Тиберина, и ваша прогулка будет очень насыщенная. А район Трастевери располагает к отдыху и наслаждению. На площади Трилуса всегда звучит музыка. В это время туристы отдыхают и наслаждаются атмосферой этого района. Трилуса – это поэт-самоучка. Родился в Риме в 1871 году. Он писал сатирические стихи на местном диалекте и был очень популярен среди римлян. Бронзовый бюст поэта и табличка с выбитым на ней стихотворением. В честь этого поэта была названа эта площадь – площадь Трилуса. Ma non ci mangiato bambini, è una roba che si può fare, che si può fare.
Увитые плющом дома с деревянными ставнями, как будто декорация какого-то фильма. За этими воротами находится вилла Форнезина. Ее украшают фрески Рафаэля. Скоро и туда вас свожу. А в этом доме жила возлюбленная Рафаэля. Сейчас это ресторан «Ромула». Очень люблю район Трастевери, его узкие улочки и атмосферу. Но из-за того, что мы живем на другом конце города, бываю здесь крайне редко, а очень жаль. Конечно, в этом видео я показала не все самые красивые места Трастевери. Да и сложно передать все на видео. Но если вы решите погулять здесь, то не останетесь равнодушными, этот район покорит вас. Пиццерия, а слева фотографии тех, кто здесь бывал. Мы зашли на несколько минут в музей Трастевери. Раньше в этом здании находился монастырь. Сейчас здесь интересная постоянная экспозиция, посвященная истории Рима и Трастевери 18-19 веков. И временные выставки. Один из двориков, который находится на улице Говерно Векью. А вот так выглядел фонтан Аква Паула. Из временных выставок сегодня была выставка итальянского фотографа. Были представлены его работы с поездки в Белоруссию. Мне очень понравилось, но снимать было запрещено. И только удалось снять совсем маленький кусочек. Невозможно пройти мимо церкви Санта Мария ин Трастевери. Эта церковь считается одной из старейших церквей в Италии. Роскошный деревянный потолок выполнен в XVI веке и украшен цветными гербами и фигурой Богоматери.
Чтобы лучше рассмотреть мозаику, которая находится в этой церкви, нужно бросить монетку и загорится свет. Три винтажных окна изображают святых пап. Кто-то бросил монетку и загорелся свет. Посмотрите, какая красота! При таком хорошем освещении все можно рассмотреть. Посмотрите, какой красивый потолок. А это капелла Альтемпс, одна из главных достопримечательностей базилики Санта-Мария ин Трастевере. Капелла была построена в XVI веке по заказу кардинала Марко Альтемпс. Кардинал Альтемпс заказал эту капеллу как место собственного погребения. Слева от капеллы Альтемпс находятся еще захоронения. Они украшены мозаикой и семейными гербами. В выходные дни мы водили внуков в термы Каракаллы, в один из крупнейших банных комплексов в Риме. С помощью 3D-очков не только детям было интересно рассматривать этот комплекс, но и нам. Виртуальная реальность позволила нам увидеть ванны не только такими, какими они есть сегодня, но и такими, какими они были в 216 году. Мы соединили настоящее и прошлое. Благодаря простому управлению одной кнопкой и оснащением геопривязки мы прошли по всему комплексу и рассмотрели всю сложность терм Каракаллы. К тому же термы были облицованы мрамором, украшены скульптурами, барельефами и мозаикой. Одновременно в них могли вмещаться 1600 человек. Это говорит о их грандиозности. Детям очень понравилось. Сейчас на территории терм готовят летнюю сцену для оперных спектаклей. Акустика здесь просто удивительная. Длительность экскурсии в 3D-очках длится около часа. Есть на итальянском, английском, французском, испанском и немецком языках. Цена виртуальных очков 7 евро. 29 июня, 15 августа, 4 ноября и 17 декабря вход в термы Каракаллы будет бесплатный. Возьмите на заметку, кто планирует поездку в Рим. А на этом я буду прощаться с вами. До новых видео, друзья, и спасибо вам за лайки. С вами была Тати Рома и Рим Онлайн.